Всем привет, друзья! С вами Александр Петров. И сейчас я расскажу вам, как абсолютно бесплатно получить 3 дня према на свой аккаунт. Поэтому, друзья, если информация вам интересна, обязательно поставьте лайк под этим видео. Дело в том, что разработчики сейчас на своем YouTube-канале выпустили видос, как чинили FPS. Ну, как бы, с одной стороны, наверное, кому-то это интересно. Речь идет о том, что в патче 0.7.2 были просадки по FPS. Если вы играли там больше 10 сессий, около 2 часов там приблизительно. И, в общем, разработчики подробно рассказывают, как именно они нашли это и так далее и тому подобное. И вот Филипп Молотковец лично приносит извинения игрокам и предлагает забрать, друзья, 3 дня премиум-аккаунта в качестве компенсации за ваше неудобство. Я думаю, что это, кстати, очень хорошо от компании Wargaming. Такой шаг, это, в общем, палец вверх, друзья. Если согласны со мной, тоже поддержите видео лайком. Мне кажется, что это правильно и здорово. Жаль, что разработчики не назвали видео как-то попроще, чтобы многие могли посмотреть и получить эту компенсацию. Потому что, ну, я думаю, что не всем интересен момент, как именно разработчики чинили FPS там, и так далее и тому подобное. Как получить 3 дня према? Смотрите, внизу у нас под видео есть ссылка. Она есть под разрабским видео и будет под моим видео. Переходим по ней. Получаем вот такую страницу «Подарки World of Warships». Нажимаем «Проверить». И вот, друзья, в течение определенного времени, до 6 мая 23 часов 59 минут по Москве, вы можете забрать эти 3 дня према. То есть, ну, можете забрать сейчас, у вас начнет тикать према, а можете забрать там в любые удобные, там, на майские праздники или еще когда хотите. И вот когда вы нажмете «Получить бонус», у вас как раз начнут тикать эти часики. Поэтому, друзья, пользуйтесь, когда вам удобно. Разработчикам лайк. И всем остальным спасибо, что смотрите. Подпишитесь на канал, если видео полезно. Увидимся на стриме. Пока!